футболке «Победа будет за нами», ну, которая сзади написана, а спереди логотип нашего клуба. Давайте передадим привет жителям Херсона. Еще 125-литровую бутылок воды для жителей Херсона, потому что им ее очень не хватает. Артур привез. Медико-социал. 240 человек в зоне СВО нашел без вести пропал. За 3 месяца. За 3 месяца всего лишь. Друзья, всем привет! Сегодня 17 июля 2023 года наконец-то уезжает гуманитарная помощь, большая гуманитарная помощь в Херсонскую область. Все это время мы находимся на прямой связи с военно-гражданской администрацией города Херсона, которая попросила нас собрать гуманитарку именно вот после вот этой страшной катастрофы с глобальным наводнением. Людям необходимы были вещи, средства личной гигиены, то есть все необходимое. Вот. Мы очень быстро саккумулировались, и огромное спасибо всем неравнодушным людям, всем членам клуба «Ярополк», всем, еще раз, друзьям нашего движения, которые со всего Подмосковья и с Москвы помогли все это собрать. Это вещи для детей, для взрослых, это мебель, это вода, потому что в воде они очень много, ну, сильно нуждаются. Победа будет за нами. И огромное спасибо Центральному спортивному клубу армии, нашему легендарному ЦСКА, который на автотранспорте сегодня все это увезет в Херсонскую область. Когда люди остаются в беде, мы должны вместе сплотиться, чтобы помочь, потому что беда близкого человека – это общая беда.